Вас приветствует компания «Геопроект». Сейчас вы совершите виртуальную поездку на автомобиле по транспортным развязкам, которые планируется построить на участке автомобильной дороги М10 «Россия» от километра 670 до километра 673 в поселке Ямы-Жора Ленинградской области. Длина участка – 3 километра 464 метра. Цель проектирования – перераспределение транспортных потоков на пересечениях с региональными дорогами для увеличения пропускной способности и безопасности движения. Категория после реконструкции 1Б. Виртуальный тур завершен. В проекте, который вы только что осмотрели, предусматривается реконструкция участка автомобильной дороги, строительство двух путепроводов, одного надземного пешеходного перехода, одного проезда тоннельного типа, ремонт моста через реку Ижора, строительство 10 водопропускных труб. Продолжительность строительства 17 месяцев. Спасибо за проявленный интерес и приятного дня!